Дорогие зрители, мы независимые православные блогеры и самая неправильная православная семья поздравляем вас с наступившим 2022 годом! С Новым годом! С новым счастьем! И мы дарим вам свои мемы 2021 года. Используйте их в жизни и в творчестве. Ибо при обмене бананами у каждой обезьяны остается по одному банану. А при обмене мемами у всех остается по два мема. Поточек Г – это поточек головной. Бесплатная женщина – это та женщина, которая в храме без платка. В РПЦ не запрещен. Симпл-димпл, симпл-димпл. Попы, не хейтите попыт. Я – банан, я – банан. Я – кальмар, я – кальмар-кальмар. Когда я надеваю юбку, я вюбываюсь. Когда я снимаю юбку, я выюбываюсь. Когда я в храме, я вьюбчивая. Лена, а ты что, юбанутая? Да, я юбнулась. По реке плывет платок, а река течет в тик-ток. Целомудак – это тот, кто изображает целомудрие, а ведет себя как... Первая модель называется платочковица платочковичная. Яичница – это аборт. А мне пофиг. Первый мем 2022 года. Такой пушок! Православный Хэллоуин, Бог с тобой, ты не один, чтобы не болел народ. Нам иконы целовать запретили, твою мать отменили крестный ход.